знаком зодиака звезды рекомендуют в выходные полностью раствориться в семейной атмосфере. Однако, как показывают прогнозы, далеко не у всех это получится. Овны. Общение с друзьями будет интересным и плодотворным. Звезды советуют больше внимания уделять прошлым темам и событиям. Снова обсудить их с учетом изменившихся обстоятельств. Это поможет укрепить и личные отношения, и выяснить все недомолвки, и ясно выразить свою позицию. Тельцы. Решить важные вопросы или совершить удачную сделку поможет общение с профессиональными людьми. Не стесняйтесь спрашивать их мнение, проявляйте активность. Не доверяйте всей информации, которую получите. Проверяйте факты, чтобы не допустить ошибок. Близнецы. Готовьтесь к плодотворному периоду. Если вам предстоит презентация проекта или выступление перед публикой, то, по мнению звезд, вас ждет успех. Однако это не повод быть расслабленным и невнимательным. Проверьте проделанную работу еще раз, чтобы ничего не упустить, и найдите время для отдыха. Раки. Грядущий период подходит для обучения, самообразования. Особенно быстро вам будут удаваться предметы или знания, изучать которые вам нравятся. Попробуйте свои силы в философии или иностранных языках. Экскурсионные поездки или встречи с увлеченными людьми пойдут вам на пользу. Львы. Изучение новой информации по вашей специальности поможет подняться вам в будущем по карьерной лестнице. Вам следует изучать опыт успешных людей, почитать научные статьи по своей тематике. Также звезды предупреждают, что некоторые вещи будут происходить совсем не так, как вы планировали. Девы. Уделите больше внимания финансовым вопросам и организации своего рабочего графика. Не отказывайтесь от участия в конференциях или совещаниях. Полученная там информация пригодится вам в дальнейшей работе. Вы хорошо запоминаете факты и быстро учитесь новому. Весы. Влиятельные в своей области люди или деловые партнеры будут полезны вам в деятельности и передадут вам свой интересный опыт. Это удачное время для студентов, ученых и людей, работающих в исследовательской сфере. Хорошо будет даваться изучение иностранного языка. Скорпионы. Если вам понадобится помощь или совет, не стесняйтесь обращаться к знающим людям. Общение и всяческие обсуждения вопросов помогут вам повысить свой социальный статус и найти новых знакомых. Прислушивайтесь к новой информации, она вам вскоре пригодится. Стрельцы. Общественные дискуссии или важные переговоры пройдут для вас удачно. Вам прекрасно удается находить компромиссы и избегать в разговорах неприятных моментов. Также выходные подходят для выяснения личных отношений или сложных вопросов, которых вы обычно избегаете. Козероги. Успех будет зависеть от вашего умения общаться и находить новую информацию. Задавайте интересующие вас вопросы, проявляйте активность в новых знакомствах, будьте любознательны и дружелюбны с окружающими. Есть шанс, что придется пообщаться на иностранном языке. Водолеи. Поездки или путешествия, запланированные на выходные, будут удачными и продуктивными. При необходимости можно отправляться в командировки, налаживать новые связи с партнерами и участвовать в переговорах. Учеба и образование будут даваться легче. Рыбы. Вам придется много разговаривать, поддерживать дискуссии на разные темы. Возможно, участвовать в собеседовании. Даже с домочадцами вам придется обсуждать какие-то важные бытовые проблемы. Звезды советуют не торопиться с принятием важного решения. Новую рабочую неделю всем знакам зодиака лучше начать с минимальными рисками, концентрируясь на текущих задачах и избегая конфликтов и новых дел. Звезды знают, что говорят.